Друзья, всем привет! Привет из Славянска. На улице свежо, скажем так, около 7-8 градусов мороза. У меня два градусника, непонятно, какой из них показывает правду. И то я беру за основу два. Маша. Маша хоть это на Собакина. Фух, какой чистый воздух. Предприятие не работает. Да, воздух очистился. Машка охотница. Так, друзья. А, кстати, смотрите. Сейчас поставлю, чтобы был фокус. Спрашивает, чем я лечу кота. Кошку, вернее. Вот такая штука. Она стоила 67 гривен, сейчас 50, ой, 66, сейчас 85. Ветдерм. Сейчас она сфокусируется. Смотрите, кому интересно, можно на паузе прочитать. Это производство город Боровары. Ну, нечто подобное, я думаю, можно найти. Не только у нас. Может, я не знаю, может, это международное какое-то... Это... Маша. Ой-ой-ой. Вся в делах, вся в заботах. Вся в земле. А потом ко мне на диван под мышку. Где-то все остальные коты разбрылись, не знаю где. Не хотят гулять. Открою действительно небольшой секрет. Там Оксана Блюда. Ух, я видел это блюдо, я его попробовал уже, ух и вкусно, друзья, честное слово. И картошечка там, ох, класс. Поздно уже сделали, сейчас смонтирую и через пару-тройку часов выставлю. Простое и довольно-таки вкусное, очень вкусное блюдо. Пройдемся по льду, глядим, что у нас здесь. Собакин мой бежит. Пальцы в растопырку. Да? Ух ты, моя собака. Шерсть, как у медведя. Да, пойдем, пройдемся. Посмотрим на красивый лед. У Оксаны в группе столько волнуется. Столько фотографий повыставляли подписчики детских своих. Интересно наблюдать. Смотрите, какой лед толстенный. Видите, где край заканчивается. Вот такой толстый он. Так, ладно, пойдем мы чайку попьем. Ух ты. А, показалось, господи, оно так проломилось, такое ощущение, как будто я думал, как знаете, как тектонический сдвиг плиты. Это оно, кажется, ровное здесь. Слушайте, птички поют, где-то там радуются солнцу. А солнце все выше и выше поднимается. Почему и летом, около 12 дня, тени исчезают в полдень. Созвучно этому фильму. Класс. Ну, камера такого не передаст. Ну, красиво. Честно, такого льда не было. Был какой-то мутный. А такой вот камыш. Мерз. Видите? Камышина на дне. Красиво. Ладно, друзья, пойдем мы. Пьем чайку. Пятница, елки-палки. Только понедельник, уже глазами моргнул пятница. С ума сойти. Ладно, всем мира, добра, благополучия. Да, Маша? Да. Всем до новых встреч. Остаемся на связи. Пока.